dvhub.ru. За кого из известных людей, из известных, ты бы проголосовал, если бы не участвовали в выборах? Я и не знаю. Я вообще, если честно, не собираюсь на голосование. Наверное, за Безрукова, наверное. Это очень такой серьезный человек и целеустремленный. Всегда добивается того, что он, наверное, хочет. К Шойгу. Да. А вы? Ну, тоже так же. Поддерживаю жену. За Путина. За Путина, конечно. Да. За Гнынова. Борис Львович Резник. Но его, к сожалению, нет. Не знаю. Честно, не знаю. Вообще не думаю о выборах. До фонаря. Ни за кого? Ну, Алексей Навальный, я думаю. Я к этому скептически отношусь. Я об этом даже как-то не думала. Никого бы, наверное. Я бы, наверное, проголосовала за Киркорова. Вы имеете в виду Бузову или что? Нет, вот из звезд я не могу таких выделить. За себя. За себя. За Собчак. Какой сложный вопрос. Нет, я не отвечу. Федора Емельяненко? Нет таких. Нет, я не назову, потому что, как минимум, мне нужна точная информация, точная какая-то предвыборная кампания для того, чтобы определиться. А так как известные личности не предоставили мне никакой там фактов, то нет, не сказала бы. О, кстати, Жириновский уже есть. Хороший кандидат. Все, наверное, ну, не знаю, как бабушки, мамы за него проголосуют. Ну, я даже не знаю, я за Путина как бы больше всего предпочтения. Нет, нет, не знаю никого. Нет. Нет, мне всех, я еще читаю про их политику всех. Не знаю, кого бы выдвинули, там бы уже смотрела, за кого голосовать. Многие не понимают, что там не только социалка, там и люди живые, и зарплата людей, и уровень жизни, и строительство, и оборонка, и внешняя политика. Там много чего надо, поэтому не скажу. dvhub.ru